Привет, с вами Диодант и Nofix, и мы продолжаем зачищать систему рака. Всем привет! В общем, принц оф Персия подумал, что мы просто два таких ложка-пирожка, решил свалить от нас. А давай посмотрим, какие у нас задачи. Снова враги-жуки. Убирай точку высадки. Давай, наверное, на черный ящик сначала. Вот на сюда? Не-не, который справа, справа, в нижнем углу, вправо. Угу. Он белый? Да. Написано, что черный. Так, слушай, я, наверное, выберу снова свой пулеметик. Я не хочу это, я лучше пулеметик. Да, безоткатная пушка, она вообще никакая. И, друзья, мы остались вдвоем, как бы без принца Персии. Просто улетаем, черт знает куда, я не знаю, выживем мы там или нет. Ну, посмотрим, посмотрим. Акубин справим. Сейчас увидим. Максимум убьем друг друга черным. Не в первый раз. Приземлимся. О, слушай, мы сразу к черному ящику. Черный ящик забираю. Забрал. Ой, отлично. Лучше бы ты забрал. Да, да. Поскольку ты теперь только... Окей, и что с ним делать? Не знаю. Свобода. Перезарядка, свобода. Свободу перезаряд. А, отнесите переносимые объекты бункера. О, пойдем, нам надо к бункеру. А бункер у нас на западе. Вот там. Угу. Так, я тебя прикрываю. Теперь прям реально как спецназеры работаем. А я даже бежать не могу. Угу. Так, аккуратней с минами. Так, типа. Так, по прямой вот сюда вроде. Да. Ссылка еще не знаешь каких-нибудь типа GPS-а, указателя, который бы показывал куда-то? Тут вроде вот можно пометить, как бы, но вот поверху, ага. Чтоб прямо на карте показывало стрелочки, а вот уж бункер. Ох, шесть, все, оставляю его в бункере. Отлично. Зачем? Какой-то ящик, активировать нефтяные насосы нам теперь необходимо. Ты, кстати, снова с пистолетом. Я у меня автомат. Дружище, дружище. Ай, мать. Сейчас. Не, я выживу. Нормально все. Нормально? Ага. Я просто перепутал, короче, вместо того, чтобы бежать, я прыгнул. Это прыгнул не очень удачно. Так, смотри, наверное, как поступлю. Сейчас вызову пулемет. Прикрой меня пока что. Потом мы с тобой уже сможем получить тяжелое вооружение, будет попроще. Потому что с этой СМГшкой воевать не совсем как-то не круто. Так. Все, пойдем наверх. Наверх? Да, там у нас нефтяные насосы. Слушай, а если по ним выстрелить? Ничего не будет. Как в фильмах, ну и во всех играх, те красные бочки, которые взрываются. Все взрывается сразу. Так, активировать нефтяные... Открыть запор. Блин, конечно, переводчики, я не знаю, система рака. Приколисты. Научное очко, открыть запор. Ну хорошо, хоть не остановить там, они написали. Так, дружище, аккуратнее. Да, и сейчас сдохну. Я сдох. Да. Ага, я понял. Сейчас. Я нашу свои ноги. Ой, черт, нет! Да, это, кстати, особенность пулемета. Да, это особенность пулемета, что он очень долго перезаряжается, надо это учитывать. Надо было мне перейти на СМГшку. Ну, слушай, почти выполнили миссию, на 1/3. Да, еще чуть-чуть осталось, что там? Еще чуть-чуть. Надо всегда искать положительные моменты. Так, хорошо, ну сейчас заново попробуем. Должно получиться, по идее. По-любому. Надо в группу капсуле спуститься. Да. Это все из-за капсулы, не везу, чем. И ну че, мужики, как слетали? Всех жуков убили, да? Конечно. Да, конечно. Так, сразу на ящик. Что-нибудь еще поменять можно? Нет. Я ему другой вроде там как-то не особо открывали. Так. Ну, с Богом. За демократию. Блин, какая демократия? Вот они орут демократию для жуков. Это, конечно, вообще что-то с чем-то. Видишь, чувака аж раздавило. Так, все, погнали. Так, бункер. Бункер там. Да, бункер у нас наверху. Так, ты мне прям в задницу целишься. Решил наказать. Хорошо. Так, аккуратненько. Нормальный лазер, хороший. Да, я заметил. Я заметил.
Так, ты пока что иди, я тут перекрою. Да, я пока иду. Ага. СМГ-шка, аккуратненько, аккуратненько слева. Ага. Сейчас такой просто из-под земли появляется. А вот он. Да-да-да, добро-добро. Так, добрались, скинули, побежали наверх. А, сейчас я этот вызову себе пулемет. Сейчас на меня как упадет. Как обычно бывает. Так, я на перезарядке. Все, получил пулемет, погнали к нефтяным насосам. Слушай, короче, классная штука. Ты тогда вперед продвигайся, я буду постепенно в тылы прикрывать. Ага. Тут тяжело вперед продвигаться, пока один в тылу. Так, все, я сейчас активирую этот запор. Так, он у нас еще и обновляется. Оп-оп-оп, перезарядка. Так, сейчас. Включить мотор насоса. Так, я тоже этот вызвал, пулемет. Ага, смотри, аккуратнее только, чтобы мы с тобой под перекресточку не попали. А, и скажи, вот надо заранее говорить, когда ты захочешь перезарядить пулемет, потому что он очень долго перезаряжается, и надо не прозевать с этим моментом. Ай, брат! Я сдох, короче, вызываешь подкрепление. Я тебе советую вызвать турель еще. Сейчас попробуем успеть. О, к нам генерал D3DDJ. Он там что-то говорит, надо его замутить. Да. Слушай, он какого? А, он 9-го левела. Слушай, он с каким-то... Я тебя вызвал. Ага, хорошо. Нет, ты не меня вызвал. Ты вызвал какое-то уничтожение. Да. Нет, ты какой-то авиаудар вызвал. Так, сейчас мы его замьютим. Где там? А, вниз, вправо, вверх. Офигеть, сколько кнопок. Да. Где он? А прикинь, когда там будет вообще, ну то есть так, толпа монстров просто. Ты же мой пулемет забрал. Угу. А ты новый вызвать можешь? А. Слушай, а как его замутить? Я перезаряжаюсь. Пошел отсюда нафиг, блин. Иди отсюда, ублюдок. Пошли нам вниз. По идее, нет? Сейчас чувствую нас тоже. Нет, нам надо активировать насос. Надо открыть запор. Че ты меня бьешь? Не бьют. Да, я вижу. Сейчас я тебя спасу. Блин, это от него получается странно. Почему я его слышу? А я выключил его только что. А я не могу. Минус. Минус, у меня все на минусе. А, вот все. Блин, зря я написал, пожалуйста. Иди отсюда. Мне тут не нравится. Прикинь, он из-за нас повесится сегодня. Там новости какие-нибудь. Чувак играл в игру и повесился, потому что толпа русских. Там дружище, надо меня спасти. Он реально. Так тоже. Мне тут атакуют вообще. Так. Да. Убежал. О, пулемет. Все нормально. Ой, мать. Так, ну я живой. Хорошо, что я не за женщину играю. А кроме такая за тобой. А выглядит как будто за. Так, все, поднимаем надстройку. Господи, ну неужели мы активировали эти насосы? Да, это, кстати, подожди, тут два пулемета. Загрузить программу. Так, все? Ну и нифига себе, как-то нудно и долго. Слушай, там все страшно очень, да. Пока ты этот насос активируешь, зачем его активировать? Если планета вся под жуками. Ой, я извиняюсь. Нормально. Я привыкший. Хорошо, мы вроде на верном пути с тобой. Вроде как. По памяти. Бежим. А что, он ушел, что ли? Да, я же ему сказал, пожалуйста, лени. Я бы, конечно, мог там и погрубее. Смотри аккуратнее, не свались вниз. Сейчас перезарядка. Так, я пулемет вызову? Ой, не вызову. Аккуратнее сзади. Так, я думаю, что мне надо тут турелечку вызвать. Чё? Оп. Так, нормально. Да, я вот хотел турель. Да, все, я вызвал. А, когда ты вызвал, я не могу сразу вызвать тоже. А, да? Вот, ну, это, могу. Видать, специально. Походу. Я еще одну так, вызвал. Так, сейчас смотри аккуратнее, главное не попадай на линию ее огня. Надо было сзади, вообще. Вызвать бы я. Так, лежа бы, и чтобы еще стрелять можно было все же. Да, вот, ну мне кажется, они специально так сделали.
чтобы не могли. Хотя, возможно, там какой-нибудь... Йо-йо, ложись! Сейчас мне тут осталось только... Все, я выгрузил, теперь нам надо с тобой свалить отсюда. Погнали. А и карту лежа нельзя открыть. Да. Так, я на перезарядке, крайний магазин. А, у нас близко, в принципе. Да-да-да. Здесь где-то. Оно близко. А, да, чуть-чуть на север, чуть севернее. Так. Вот оно, походу. Да-да-да. Отлично. Давай, активирую. Я пока что прикрою. А у нас пулеметов больше нет. Эвакуацию. А, да. Нам надо полторы минуты тут еще продержаться. Хотя у меня турелечка... И просто так не поваляешься. У меня турелечки нет. Слушай, он идет даже без головы, ты прикинь, когда голову ему отстреливаешь. Угу. Я думаю, что нам лучше с тобой стать вот как спина к спине. Нет. Так, я боеприпасы вызвал. Аккуратно. Аккуратно сзади. Все, я понял. Только. Так. Я, главное, прикинь, я слежу за твоим лазером и пытаюсь по нему целиться. Так, все, я ухожу на СМГшку. Пасы взял. Отлично, я пулемет перезаряжаю. Ой-ой-ой! Тихо. Прыгнул. Беги через shift. Ты немножко поздно сказал, я тоже пошел его перезаряжать. Ну че вы агрессируете-то? Тихо. 30 секунд. Че вы? Слишком далеко от зоны. Нет. Нормально, я в зоне, че вы? Да, в зоне. Ну хоть это можно перезаряжать, и нормально. Вызывай. Не успею. У тебя есть граната, на G гранату кидай. Нет, не туда. Аккуратней. Кошки вышли. Блин, 5 секунд. Хотя не, пофигу, прыгай без меня, братан. Прыгай без меня. Да. Прощай. Все, прощай. Я буду любить тебя, Джек. И сожрали меня жуки. Капец. Офигеть. Я так серию назову. Я буду любить тебя, Джек. Пока тебя не убьют, или я что-то там получше достижение какое-то. Ой, господи. А я, получается, два раза, что ли, умер? Коса? Да. Получается так. Ух ты, коса какая-то, да. Лазер, судя по всему. Ну, судя по названию, ЛС-5. Да, смерти 2. 733 убийства, точность 48. Фу, жесткая миссия. Слушай, еще третья осталась. Третья еще, блин. Я чувствую, на третьем мы с тобой вообще офигеем от жизни. Ну пошли офигевать. Так, сейчас погоди, я еще посмотрю. А мы же ничего не поднимали. Не, у нас лаз-коса есть. Мощность, стабильность, магазин. Дальность. Дальность у нее получше. Магазин. Так, выучил. Защитная. Турель какая-то. Так. Система рак. Я, короче, попробую с этим ЛС-5 повоевать. Посмотрю, как она себя будет чувствовать. Я в адской капсуле. Блин, капсуле. Капсуле. Уже заговариваться начинаю. Слушай, ну опять гнездо жуков нефтяные. Давай сразу к ящику, чтобы его до бункера дотащить. Чемоданчик. Ой, стой. Стоять. А, это я понял. Угу, все, а здесь готов. Что-нибудь? Дай-ка я попробую что-то другое. Все, погнали. Третий месяц сейчас. Ой-ё. Блин, сейчас нас будут раки нагибать. Жучки. Ну, планета ж раков. Это раки тогда все. Ну да. Ракалы. Ты не играл в эту? А, ты же тоже снимал Битардию, да? Помнишь там эти ракалы, которые? Да. Примерно туда же мы с тобой попали. Все, побежали. Ух ты, слушай, офига себе она. Слушай, она прям жарит. Она прям жарит? Да, она прям жарит. Бери образец, вон еще один. Ага, да, я вижу. Добро. Лут, лутай его. Ты что? Не буду лутать. Все. Интересно, она как получается? А меня не надо? Стой. Не, хорошо. Да я тебе солярий там все дела. Загар. Нормально.
И так не видно. О, еще один. Нормально. Нифига себе. Нифига тут. Хорошая планета. Надо еще раз вернуться будет. Умереть еще раз. Так, заноси ящик. Пулемет вызвать. Ага, погнали теперь вниз. Все, пулемет. А, это пулемет, да-да-да, хорошо, давай. Поступаем припасы. Так, я тебя прикрою. Пока что хочу потестировать эту пушку. Кстати, она реально очень крутая. И дальность у нее шикарная. А, это дробовичок у меня. А, ты дробовик взял уже? Да-да-да, это дробовик взял обычно. Ну, у него дальность там не очень хорошая. Вниз? Да-да, только аккуратнее тут. А нам там улей надо уничтожить, и нефтяная вышка. Да. Фига себе. Все серьезно. Ой-ой. Что такое, что такое? Чуть не погиб геройски. Так, да, нам на юг. О, нормально, можно бежать. Вроде тут чисто все. Вроде. Вроде, да. А что там в ущелье? Где? Нифига длинно, далеко как. Да. Рука длинная какая у нас. Так. Во, наконец-то. Все, нефтяной насос. Давай тогда, наверное, турельку вызову. Да. Я думаю, тут она нам пригодится. Груз для обороны на подходе. И ты пока там активируй, я буду заниматься защитой. Активация идет. Слушай, классная пушка, я тебе могу сказать. Она просто их выпаривает. Ну, это круто. Так. И еще разок. Прикольная тема. Все, можем идти. Да. Все, погнали. Вовремя, да? Нам осталось только гнезда жуков. А там, получается, ядерная бомба нам пригодится, да? Хорошо. Так, я ухожу. Тихо, что вы агрессируете? Жарих. Жарь, детка. Дорогой, чем ты занимался? Да я жарил. Кого? Жуков в постели. Ой, так. Все, готов. Бежим. А, и там луч, кстати, единственный минус, у него луч очень медленно перемещается. Угу, я заметил. Но в целом, если вот его постоянно вот так вот использовать... А что, я перезарядился? Ага. Да, ты, кстати, заранее говори, что хочешь перезаряжаться, то получится как тогда. Все, и где у нас жуки? Здесь. А, еще. Сейчас я бомбочку вызову. Ага. Блин, промазал. Так, побежали. Аккуратнее. Минное поле не попало. Да нормально. А, это было задумано. Да, бывает. А вон оно там. Ага. Прогуляться вышел. Так, все, мы тут... Блин, а с этой фигней бежать нельзя? Офигеть. Да, ну естественно, ты ж как... Адскую бомбу, что ли? Ты, получается, куда-то вот по центру, куда-то... Ждите, снаряжение в пути. А, ну в принципе она все равно пока прилетит там, пока все это сделается. Поэтому ждем, давай, короче, это направление, ты другое. Ждем жучков. А я не могу нормально, нижнее. А, не... а точно, у нас с тобой вообще камера. Давай тогда вот так. Угу. А? Ты вверх, я вниз. Ну все, прям, спецназ. Адский десант. Вообще. Мужики там упадет. Или прикинь, случайно взорвется, там не рассчитали. Да. Давай, я активирую. Настоящие мужики не смотрят на взрыв. Нормально. В какой-то веке мне задницу не поджарило. Так, и теперь осталось эвакуироваться. Погнали. Эвакуироваться, да. Так. А это нам туда, как раз через этих. Да, это нам на юг. Раков. Не, они реально раки. Смотри, у них. Ну да, конечно. Конечно. И на мид идут. Жесткие ребята. Готов. Ты, я смотрю, поверил в себя, братан, да? Просто по барабану, по минному полю. Что-то я другое место засмотрелся. Я был уверен в своих силах. Да. Я непобедим. Я вернулся. Минное поле немножко... Разверил. Ты, кстати, можешь забрать. Сейчас я проверю еще раз. Только на мины не стоит идти. Погнали. Так, вот у нас почти прибыли. Вызывай шаттл. У тебя есть турелька, да?
Да. У тебя, по идее, уже должна была резнуться тоже. А, да, точно. Так. Так, я думаю, теперь лучше мне лечь. Ой, блин, а я встал случайно? Все, хорошо, я сейчас выживу. Блин, она меня добивает. У тебя течка. Короче, ну нахер эти турели. Минуту надо про... Я тебе советую заранее отойти от этого шаттла. Поскольку как назло получится. Я сюда куда-нибудь. Надо будет в следующий раз под шаттлом турельку вызвать. А блин, турель еще сама себя бьет, ну то есть соседняя. Да, одна другую. Да, надо на будущее учесть, что возможно когда-нибудь будет у нас более критические ситуации, когда турель сможет нам спасти жизнь. Прикинь, как тебя глушит. Я, короче, слышал, как стреляет за ушко зенитный пулемет такой. Слушай, она так бахает, я не знаю, как эти артиллеристы там, они еще слышат что-то после этого. Я там чуть не оглох. Ты смотри, тебя сейчас раздавит. А, слушай. Ну знаешь, как вот это, как для комаров этот свет. То есть тебя вроде манит к нему. Я вот так же, да. У меня та же фигня была тогда, когда меня раздавило. И снова ты ползешь к ней. Все, вроде нормально. Шаттл прибывает. Тихо. Все нормально. Фух, уходим. Неужели? Батьки в игре просто. Фу, мы сделали это. Да. Еще одна планета пройдена? Да, получается, получен опыт 3. Мы даже не сдохли почти. Ну, почти. Лол, да, только одну звездочку получили. А, нет, две звездочки. Да, две. Три. Нормально. Так, и мы нашли 9 этих самых. 9 научных очков. Планета пройдена, а Кубин с Прайм захватили. Отлично. На средней сложности уже, между прочим, да? Да, это уже на средний. И добавили 11 в общую копилку. Сведения подаются командованию Земли. О, ты видел? Отлично. Теперь у нас тоже есть эти роботы. Давай посмотрим в этом в арсенале. А это, по идее, у нас стратагемы. Да, это стратагемы. Теперь вместо пулемета можно выбирать. Икс. Так. Мы можем еще прокачаться вроде бы. Да, вот. Робота сразу можно. А, не можем. Мы же там много подняли этих. Да, я вот тоже удивился, что мы там штук 4 минимум. У меня только одна, получается, показывается. Почему-то. У меня вообще не показывается. А ты ни на чего не тратил? Может, мы сейчас... А, вроде... А, фиг его знает. Может, потому что умирали? Да нет. Хотя... Ну, по идее, не должно быть. Ну, ладно. Что поделать? Сейчас еще найдем. У тебя там, как миссии... Можно тоже еще раз средненькую выбрать какую-нибудь. Так, давай. Куда-нибудь. Ну. О. Ой, это легкая нам не нужна. Да, средняя. Мы уже с тобой прокачаны, ребята. Так, что-то новенькое. Давай попробуем. Полетели. Ох, прилетели. Посмотри, ну, зеленая планетка. Да, слушай. Так это же Земля. А, нет. Посмотри, как будто справа Россия чем-то напоминает. И там кусочек Норвегии такой. Да, есть что-то такое. Да. Так, регион Лакайла. Ну что, полетели? Так, ну что, ты главное не забудь поменять на этого, на экзоскелета. Ух ты, уничтожить ПВО, киборги. Передатчики, нет, правда, как раз это нам и надо. Ну, давай с передатчика начнем. Да, давай с передатчика и так. Меняемся на экзоскелета. А лучше вот это, на экзоскелета. А, мы можем, я понял. А, там можно и другие стратагемы менять. Воу. Mm-hmm. Я даже и не знал. Круто. Слушай. Принять, это, конечно... поехали. Да, поехали. Это, конечно, ты классную тему открыл. Какие-то кинопы там будут. Зосма. 6. Кто придумал эти названия?
Зосма. Ой-ё, вот это уж точно Вархаммер напоминает, когда с тиранидами война была. Прям копия. Так, погнали в передачку, правда? Так, сейчас я сразу робота вызову. Ага, давай. Сбрасываю снаряжение. Ты не хочешь? Ой. Не, пока что с этой темы. Сейчас я перезаряжаюсь. Ой, вон они. А, так я с ним воевал. Задницу себе чуть не поджарил. Хорошо, погнали к передатчику, правда? Ой-ой-ой, ты че? Оно само, я ничего не нажимал. Оно само? Так, развернуть базу. Пока что базу разворачиваю. Идет обновление. Так, подтянуть мачту, нифига себе, тут прям целая комбинация. Мужчина, ты там, не знаю. Так, ты как, нормально? Оборачивает он очень медленно, блин, жесть. Да-да-да. Слушай, я тебе помогу слегка. Так, ой-ой-ой, за мной какие-то собаки, нифига себе! Встаешь? Да-да-да. Опять у меня течка, блин. Ой! Взял по башке и прошелся. Не хотел. Я понимаю. Ой, все, я хотел помочь, встать там. Пинком. Просто раз пинком, да? По голове. Нормально? Да. Нифига себе, бомба-бомба. Все, активировал. Передатчик правды теперь будет с нами. Уничтожен. Погнали. Собачки, аккуратно. Так, с этими псинами надо быть вообще аккуратнее. Очень лютые они. Так, еще мне надо быть аккуратнее, чтобы под тебя не попасть случайно. Да. Так, здесь нормально. Так. Нам сюда? Да. Так, нам отлично. Нам надо какой-то ПВО киборгов, что ли, я не знаю. Так, сзади идут. А, это мы точку с тобой захватываем. Черт. Я случайно, короче, через shift апнулся. И мне, знаешь, ну это окно стима начинает появляться. Да-да-да. Уже нормально, да. Точку почти захватил. Я разворачиваюсь. Где враг? Не вижу. Ой-ой-ой-ой-ой. Нормально. Еще один. Ой. Окей, я ползаю. Кто-то пристрелил. Да, кто-то меня пристрелил, походу. Нифига себе, тут огнеметчик. Братан, аккуратней. Жесть, ага. Тут, конечно, огромнейшее количество. Ко мне какой-то братан. Я их задавить не могу, у меня патроны кончились. А, тогда убегай. Ну так, с дробовичка их. Ага, аккуратней. Так. Ага. Связь заблокирована, у нас связь заблокирована, прикол. Лол. А, помехи, видать. Ну нам к нам какой-то рурор вот прилетел. Вот то, что... Да, вижу. Ророр, ты русский? Поп-поп? Ты кто вообще? Или ты поп? Не знаю. Похоже на сообщение, если так, погнали. Нет смысла больше бегать. Ой, аккуратненько, какую-то там ракету вызвал. Так, все. Что я робота сразу вызвал? ПВО, киборги. Нейтрализовать, отключить генератор. Ага. Сейчас я генератор отключу. Блин. Так, идет обновление. Сейчас, ребята, все будет. О, блин, там еще перезагрузка должна пройти. Такое ощущение, будто это... Медленно. Офигеть. О. Лол. Бомбу кидает. Сбрасываю снаряжение. Ну, мне интересно, как все это будет происходить. Так. Этот боеприпасы выжим. Давай. В смысле на меня напали? Ой, я тебя чуть не... тебя чуть не поджарил. Отключить генератор. Заряжаюсь. Сейчас кое-кто тут бомбу скинет. Блин, опять перезагрузка. Ну давай, включаем ее. Нормально. Уничтожить ПВО киборга. Ох, лоу. Так, аккуратнее. Слушай, нам надо еще одну уничтожить, спать! Меня собачки жрут. Так. Нифига активность какая, блин. О, еще один адский десантник там прибывает. Слушай, братан. Все становится круче. Да, 15-й, 8-й.
даже порой не понимаешь, где враг, где чужой. Да-да-да, блин. Блин, вот тут реально уже опасно. Винит кто-то подпалил. Нам надо третий этот, винит. Строй. А, вот. Ребята, нам надо вниз, блин, они тупые, походу. Воу. Так, аккуратней. Да, они, похоже, реально тупые. Так, вот, слушай, да. вон оно, третий ПВО, надо туда вызвать. А почему генератор, допустим, когда я отключаю? Или это генератор помех, что ли? Да, а, это генератор помех. Живой? Еще живой. Стою. Я тоже мертв. Стоюсь. Я тоже мертв. Нет, блин, я сейчас сдохну. Я сдох. Черт, я даже не знаю, где я. Ай, мать, не хочу умирать. Дорогая Джесси, я любил тебя всей своей жизнью. Ах, я горю. Я горю, я теку. Я просто все. Так, ты как, жив? Нет? Сейчас тебя вызову. Не, я мертв. Блин, я опять сдох. Ёлки-моталки. Кровавый след какой-то. В каждой зоне, где нельзя пользоваться стратегиями. Зашибись. А, блин, они нас не слышат, жалко. Нам надо включить генератор помех. А, все, я тебя сейчас вызову. А, так, нормально? так, все. Вызываю. О, блин! Мы с ним вдвоем вызвали подкрепление, нормально. Отлично, я прилетел. Я здесь. Соскучились? Конечно. Такс. Все, и надо теперь бомбочку вызвать. А, бомбочка, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я все, я вызываю бомбу. Ладно. А, добро. Все. Все, снова начинает работать генератор помех, но мы уже сбросили эту тему. Все нормально. Так. Да, конечно, если играть вот именно вчетвером, то обязательно надо иметь скайп, чтобы, ну как, каждый отвечал за свою линию огня. Ну иначе такого, жесть что, просто да, какая-то. Все начинают друг друга дамажить. Успею. Ах ты ж, сука, дурак, блин. Вот прямо мне на голову упал. Ой, блин, они сломали мою эту. Mm-hmm. А, мою бомбу они сломали. А я мертв опять. Ты мертв? Да, я вызвал робота, и он упал мне на голову. Так, зашибись. Так, сейчас попробую снова вызвать скрепление. Угу. Если не получится. Нифига себе, что это продамажило так жестко по роботу? А так я же говорю, это там прилетело, по-моему, это. Прилетела там штука, как-то ее. Сейчас тебя вызову. Запрос подтвержден. Вызываю еще. Так, прилетел. Раз, окей. Выступают припасы. Жесть просто. Friendly Fire тут реально жесткая тема. Так, 15 секунд ждем. 15 секунд ждем до появления ядерной бомбы. Надо прикрыть там. Блин, Lightcore, он сейчас не даст мне активировать ядерную бомбу. 4 секунды остается. Так. Все, она есть, она готова. Нормально. Давай. Черт, я ее пристрелил случайно. Да кто ж создавал такие ядерные бомбы? Черт, надо еще одну вызвать. Сука. Вверх вниз вызвал. Вроде бы. Это же три ядерных бомбы. Надоело, называется. Надоело просто. А все, он в моем роботе сидит, я не могу еще одного вызвать. А, да? Но я могу для тебя. А, блин, связь заблокирована. А, все, активно, нормально. У меня было два робота, один тот, то что без боеприпасов внизу, к которому я не доберусь один. Так, просто сейчас надо. Нифига себе, мне чуть не раздавило, блин. Ой, ребят, бежим! Нофакс, беги! Я пытаюсь, беги, я пытаюсь! Она меня обратно затягивала. А, да? Сейчас я тебя вызываю. Жесть. Просто жесть. Все, погнали к точке. Блин, как это мега жесткая миссия, ей-богу. Самая, по-моему, жесткая. Нам куда? Вниз, я надеюсь. Да, судя по всему. Сейчас посмотрю. Нет, нам собачки, направо. Собачки. Нам направо, братан. Куда? Сюда? Да. Так, побежали. Жесть.
Ну, это, по-моему, самая хардовая миссия, которая у нас была еще, блин. А, наши товарищи нам скорее больше мешали, чем помогали. Ой-ой-ой. Жестко-жестко. Так, вон там еще один научный образец. О, отлично. Так. Вон еще один. Еще один. Так, ну все, теперь я даже не знаю, тут вызывать турель или нет, рисковать. Я вызову. Пусть будет. По краям, кидай подальше от этого, от шаттла. Угу. Слушай, а посмотри, у Лайткор, у него какой-то щит работает, что ли, я не знаю. Да, какой-то щит у него есть. Реально тема, а там еще кто-то вызвал этих дредноутов. Ну, чуть на, мне на голову так, короче, не упал, я просто ложусь, мне пофигу. Да, я тоже. Пусть турели работают, тут, блин, сдохнуть можно. Я под турелькой поваляюсь. Робот, не задави меня. Одна минутка у нас осталась. Так. И еще чуть-чуть. Живем. Робот, его минус только вот, блин, реально медленно очень поворачивается. Да, поворачивается очень медленно. Не продумали, конечно. Но он просто стреляет, не парится, смотри. Он даже не вырубает. Снаряжение в пути. А, так посмотри, у него там, по-моему, увеличенный боезапас какой-то. Он сколько уже стреляет-то? Да-да-да. Никак не заканчивается у него. Держитесь. Ну там же прокачать можно. Ну да. Жесткий. Что-то музычка кончилась. Музыка, да, в игре как-то не чувствуется. Знаешь, если бы не добавили какой-нибудь роковый драйв, я не знаю, было бы, конечно, гораздо круче. Осталось 15 секунд. 15 секунд. Осталось 10 секунд. Ну все, можно вставать. Осталось 5 секунд. Просыпаемся. Так, сейчас по-попа, я чувствую, раздавит. Смотри. Шаттл прибывает. А, нет. Нормально. Ой, все, забегаем. Велька. А, на попу. Отлично. Да. Ура! Ура! Фуф, мир спасен. Нифига себе, а какие там еще дальше две какие-то вообще будут жесть? Открытые достижения. А, это первая миссия, что ли? Ой-ё. С людьми познакомились там, достижения. Три раза сдох, блин. Я один-единственный, кстати, не сдох. А, вон, смотри, получается, как только мы 10 набираем вот этих вот образцов научных, нам дается научное очко, вот в чем прикол. Да. То есть вот так вот там все это сделано. Ну что, друзья, на этом мы закончим нашу эпическую серию, где никто ни разу из нас не погибал. Да, все крайне профессионалы. И Диодант. Эпичные спасители человечества. Всем пока-пока. Всем пока, ребята.